Всем привет! Сегодня 9 октября, вечер. Наконец-то выбрался на рыбалку. Были тучи, только включил камеру и вышло сразу солнце. Вообще на сегодня обещали дождь. Сейчас вышел под вечер, на рыбалке не был почти месяц, а такое ощущение, как будто целый год. Потому что до этого был на охоте, ну и вообще туда-сюда, дела. И на рыбалку не было времени, а сейчас выбрался. Я говорю, как будто не был целый год. Сегодня я вышел по-серьезному, на моторной лодке, полное снаряжение, есть все. Есть жмых, есть червь, есть спиннинги, джиг, воблеры, все что угодно. Сейчас хочу сначала попробовать хищника половить, наверное, попробую сначала жереха поискать. Туда-сюда уже быстро стемнеет, надо будет палатку ставить и уже там... Выйду на берег, попробую на жмых. Да, кстати, так по воде не особо меня радует, потому что вода не упала. Уровень достаточно высокий по сравнению с летом. Я думал, будет меньше воды. Быстренько прошел. Вот она та точка, где я до этого жереха ловил. Это было 2 сентября, начало сентября. Уже больше месяца прошло. 40 дней практически. Но я так вижу, котла нету. Да, попробовать стоит, наверное. Ни одного всплеска нету. И времени нету. Я думаю, бесполезное занятие. Если всплесков нету. Короче, с жерехом ничего не получилось. Пошел вот на ямку, где как-то пытался тоже поймать судака. И наконец-то поклевка. Блин, ну это просто решил уже уходить. О, судак действительно. Ах, сейчас сорвется. Нет, не сорвался. Судачок первый. Причем, главное, офсет стоял до этого. Был обрыв, зацеп. А сейчас нормально. Я так понял, я этого судачка не снял, да, на эту камеру? Странно, сейчас смотрю, выключено. В общем, вот такой судак, 40 сантиметров. Я его измерял. Блин, почему я не снял, не знаю. Жерехового котла не было, я ушел вот чуть ниже, на ямку. Где еще в сентябре в начале пытался судачка здесь поймать, когда на жереховый котел попал. И тогда жереха было полно, а вот судака не было. А сейчас вот встал, думаю, чуть покидаю, уже одну приманку оторвал, причем на офсете. А потом двойничок поставил, думаю, сейчас оторву и пойду. Ну все, все-таки я зацепил. И это, наверное, все. Да. Ну, в общем, так немножко обкидал, уже темнеет. Сейчас еще раз вам покажу то, что 40 есть сантиметров, а то потом вопросы будут у людей, как обычно. Вот 0. Вот по край хвоста, вот под эту штучку. Ну вот 37, аж вот где разрешенный размер. Один есть, а времени нет. Короче, надо идти, я думаю, на ночлег вставать. Такой штиль прям стал, ветра нету. Чё за дела? Я вот так смотрю, в том месте чайка начала кружить. Ну, вроде так всплесков нету жереховых. Интересно. Как раз вот в это время, под вечером, хорошо
Но его было бы видно уже, я думаю. Главное, что? Остыл, что ли, уже? Я здесь вообще недолго был. Так, я кое-что заметил. Я заметил много чайки. И вроде бы всплески появились. Сейчас поставил юзурик 44-й. Поменьше. Всплески, потому что они крупные. И была атака. Но не зацепился. Ну, он такой вот, еле-еле. Опа, нет, не еле-еле. Все-таки попался жерех. Опа, опа, опа. Здравствуй. Вот такой. Жерешок. О. 32 сантиметров можно брать. Возьму. Рыбки нету. Рыбку хочется поесть. Вот так решил приманку уменьшить и сразу. На первом забросе была атака, на втором. Ну, я вижу, что он не крупный здесь стоит. Я это заметил. Вот, кстати, начались это всплески частые. Сейчас туда попробую закинуть. Так, сейчас. Вон всплески. Жерешок объявился, в общем. Заброса взял, нифига себе. Вообще ни всплеска, ничего, просто кинул. И взял заброса. Ну тоже не крупный. Я так думаю. О, ну это побольше, чем тут, по-моему. Да, побольше. Опа. Ну такой за килограмм. Я попозже взвешу их. О, интересно, кстати, весь в этих каких-то пиявках вот. Странно, как будто на месте стоит. О, какой хороший жерешок. Что интересно, с заброса прямо. Хватит и все. Все, сейчас сделаю последние 3 заброса и пойду. Темнеет уже. Темнеет. Опа! Последние 3 заброса. Вот это да. А он взял. Нет, жерех есть все же. Жерех есть. Так, такая бойкая рыба. Опа. Такая бойкая, классная рыба. Приятная. Кстати, вот пузо такое у него набитое. Далеко не трофей, но пойдет. Когда 100 лет не ловил, все, 3 заброса делаю. Смотрим. Удар. Сначала удар, потом
Еще один. Хотел я хищника половить, я его поймал. Правда, немножко вообще не ожидал, что жерех будет. Сейчас ветер стих, штиль такой полный прям. Я вот заметил, что чайка начала летать. Ну и всплески маленькие. В общем, вы все видели. Три штуки поймал, небольшие, но размер такой. Можно брать от 32 сантиметров, жереха можно брать, как и щуку. 32 там 100% есть. Сейчас темно, я вам завтра покажу, я в садок его положу. Все, сейчас иду на ночевку. Солнце вон опустилось, уже такой закат. Тучи ушли полностью все. Нифига себе, на сегодня дождь обещали, его так и не было. Тучи вот весь день сегодня были. На завтра штиль. Солнце вот как село, так сразу холодно стало. Вот аж руки замерзают. Все, я пошел туда, на сазана, на ночлег. Какой закат красивый. Ё-моё. Не знаю, сейчас меня хорошо видно, нет? В общем, место то же самое, где я ловил хорошо летом, где сазана крайний раз поймал на 5200, что ли, на 5300, я уже не помню. Ну, короче, на 5 килограмм. Здесь и заночую. Вот так вот садок. Такие жерешки, килограмм-то где-то вот так пойдет. И судачок где-то был. Холодно, хорошо, рыба живая. О, 4 штуки поймал, и то хорошо. Ну, то есть 3 жереха, 1 судачок. Пока вот так в воде. Ну вот. Жмых вот этот кукурузный с протеином, со вкусом протеина. Как-то вот летом мне он больше понравился. Он такой более сыпучий, что ли, из всех. Самый такой. Самый надежный, что ли. И поводочек. Посмотрим. Холодно, на самом деле. Как сазан себя поведет. В том году, в конце октября, я поймал. Но не ночью. Он ближе даже к обеду. После обеда даже вышел в том году. Еще пойду закину. Сторожки я еще заранее заготовил. Вот они. Вот колокольчик. Первая поклевочка. Ну, явно не сазан. Так приятно, сейчас сижу. Тишина полная, и колокольчик зазвенел. Посмотрим, что здесь. Я когда закидывал, потом поймал себя на мысли. Руки все делают сами, хоть закрытыми глазами. Настолько это приятно и душевно. Вот такая рыбалка. Закидушками. Ай, карасик маленький вообще. Да что ж ты такой мелкий-то, а? Холодно. И вот такой маленький вообще карасик. Попался. Вон с ладошку. Давай, иди. Надо жмых менять. Пар такой идет прям.
утро. Сейчас перезакинул жмых. Ночью один раз поклевка была такая слабая. Утром проверил, ничего нету. Даже с палатки не выходил. Холодно было, неохота было выходить. Вон с утра туман какой. Интересный. Сейчас жмых перезакинул и сработала вторая и четвертая. Тоже слабые поклевки. Сейчас посмотрим, что там. Только вот все закинул, сразу начало клевать. Что-то поклевал здесь. Вон и там. Фух. Пар идет везде, отовсюду. Ну так, что-то есть вроде. Что-то есть. О, карась. Ну такого можно взять. Утренний карасик. Скользкий. Опа. Вот он. Карасевич. Грязи столько, все прилипает. Вон там они все плавают. Жереха, судаки, все живое. Вон. Че, вода холодная? Че им будет? Вчерашние. Здесь что-то играло, но сейчас не работает. Странно. Это, скорее всего, тоже карась. Он какой-то дизель работает, походу, идет судно. Ночью тоже проходили, под утро два рыболовецкие. Ну вот он тоже карась. Неплохой такой, нормальный. Нормальный карасик. Стороне фазан, что ли? Да, фазан ходит. Вчера ночью утки садились напротив, на том берегу. Кряква, крякала, крякала. Сидела, душ травила. Карасек. О, рыбаки проходили. Я снимал из тумана. Вот здесь завязка была, когда закидывал. Чуть неудачно получилось. Шимодя. Проходили рыбаки, промрыбаки. Я как раз поклевка была. В это время. Ну, я бы не сказал, что это сазан.
скорее всего, что это не сазан. В общем, клюет одна за одной. Только это карась, ну да. Вот карасик. Только сейчас заметил на чехлах от спиннинга иней. Нифига себе. Подзамерзло. Обалдеть. Пошел на джик ловить, камеру не взял. Кто-то зацепился. Спиннинг бросил. Камеру взял. О, кто-то есть. Щука была. Щука была небольшая. Поднялась и это, отцепилась. Снял с себя все лишнее. В шапке уже жарко, кепку одел. Сейчас думаю, надо идти. Раззадорил меня спиннинг. Щучку одну поймал, но отцепилась она. Думаю, надо сходить туда попробовать жереха половить. Либо судачка еще. Солнце в глаза, туман над рекой. Вышел я на эту точку, где вчера ловил жереха. Так особо всплесков нету. Ну вчера тоже особо не было, но поймал же. Надо попробовать. Вообще спокойно-спокойно было. И раз, удар. Опа, сорвался. Просто ни всплесков, ничего. Камеру отключил. И вот он взял. Интересно. Я прям вел поверху. Спиннинг максимально поднял. Стоя стоял. Прикольно я сказал. Только солнце слепит вот. Вот так вот спиннинг поднял прям. Чтобы воблер поверх ушел. А всплесков-то нету. Вот удар. А жерех стоит. Малька, видимо, нету, ждет. Был удар сейчас. Есть. Ох, да что ж такое срывается? Не пойму, может там крючки уже разогнуло. Ну, передний один, да. Немножко. Ну так, в принципе, целые. Крючки на них слабоватые. Вот интересно, вообще всплесков нету. А он стоит. Опа, всплески. Нифига себе. Резко причем раз и куча всплесков. Опа, и вот он сразу же зацепился. Блин, сорвался. Ну как такое возможно?
Три штуки сорвалось уже. Покрупнее попробовать воблер. 66-й льминул. Оп, опять. Оп, опять. Два удара. Есть. Вот сейчас взял. Тоже небольшой. Вот, да в принципе нормальный. Да, нормальный жерешок, кстати. Тихо. Опа! Какие у него брюхо сейчас набитые. Не трофей, конечно. Но пойдет. Кстати, где-то у меня весы были. Можно взвесить. Вот. 400 кило. Упитанный такой, хороший. Пойдет. Поставил воблерок такой вот. Крэнк Хардкор Юзури. Он 65 миллиметров побольше. Уже один заброс сделал. И был выход на него. Видно было. Он плавающий, он прям, ну, буквально наверху идет. Вот, вот опять выход на него был. Вот еще. Опа! И он покрупнее. А вот на него, да, тоже есть. Я до этого поппер пробовал, тишина была. А на хардкорчик он взял. Причем, да, в принципе, тоже. Ну, конечно, не крупный жереха. О, такие вот закилошки. И меня что поражает, такие упитанные прям. В начале сентября они не такие были, худые. Размер больше был, а вес такой же. Сейчас размер чуть поменьше, но по весу такие же. В тот раз, в принципе. Не, ну там, конечно, был за 2 кило. Что интересно, прям выходы на него, на этот воблер. Видимо, почему всплесков нету, потому что малька нету. 66-й юзурик попробую. Покрупнее. И цвет такой у него прикольный. Цвет у него прям под малька, под уклеечку. У него, конечно, заглубление побольше. Но игра у него шикарная. Опа! А вот и на 66-й. Жерешок. Короче, три жереха, три разных воблера. Самые основные, которые жереховые. Даже, по-моему, да нет, такой же по размеру, по-моему. Хотел сказать, поменьше. Ну, чуть поменьше даже взял. Крючок прям в глаз. Эх, печально. Ну ничего. Опа, опа, ну какой активный. Ух, какой активный. Ах, сошел. Сошел. Печально. Что-то долго ничего не было. Я опять 44-й поставил юзурик. И взял наконец-то. Вообще как-то за бок, что ли. Вроде небольшой. Ну да. Совсем мелкий.
маленький совсем. С оранжевыми такими этими плавниками. На какого-то похож головля или езя больше. Но это жерех. А у тех темные плавники. Подошел когда на лодке. Две прям работали. Закидушки. Я надеюсь, они отойдут, эти жерехи. Вот эти две крайние сработали, когда подходил. Карась, видимо. О, два карася крупных, причем. Вот так вот два карасика сразу. Один ушел. Короче, карасей, сазана нету. Вон за ту завел, видимо. Кто здесь, непонятно. А тут никого, очень интересно. А подходил, дергалась. Красноперки две крупные идут. Жмых подъедают. Опа. Нифига себе. Это кадр. Опа, ушли туда в яму. Ждал, я ждал сазана, так и нету, не клюет. Закончился он здесь, видимо. Ну как закончился, ушел просто. Есть информация, то, что он там ниже есть, ну на низах, короче. Ветер раздул, я устал собираться уже, вещи собираю. Сейчас палатку буду сматывать и, наверное, потихоньку буду закидушки сворачивать. Чуть пригрело, вот бабочка прилетела. Последняя, последний цветочек доедает. Все, зима уже скоро. Холода. Вот и все. Рыбалка подошла к концу. Я уже собрался. Не знаю, там что я наснимал. Снимал немного. Все ждал этот момент. Хотел самую суть снять. Сазана поймать. И так он не клюнул. Ну и вообще клев такой слабый. Караси клевали вот еле-еле.
Ну, хоть на спиннинг половил. Вообще было две цели. Выбраться наконец-то на рыбалку, давно не был, и поймать рыбки домой. Обе цели я выполнил. Отдохнул на рыбалке, рыбку половил. Какая красота. Вон один жерех, это с утра он того приплыл уже. А так вся рыба живая. Ух. Ну, неплохо. Даже судачок он есть. Вот такой результат. А сейчас все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Пока. Я пошел домой. Довольный пошел домой на лодке. Было интересно и прикольно. Карасик, карасик.